Сколько это было? Дикий Резай там зайдет, нет? Сука, мы же тут час-два часа так-то почти сидим. Вытянул и я. Это долго нахуй. И также хилю. Где там Киризает? Блять, есть инфа какая-то? Так она же написала, что соединение на... Релогнусь. Ну давай еще заходи. У компа как механическая коробка передач. Хорош. Я можно 25 оп собрать, блядь. Еще два человека и все, и бить, блядь. Я и так все это время сидел с вами. Кто? Резельда. Да какой ты сидишь, заходи в инст. Так он в инсте на Эликусе. Так я на Локе, мне нельзя на друиде заходить. Ой, ебаный в рот. Он у тебя здесь РТ проебывает. Если я зайду на друида, мне скажут, о хуй, ты не в ЗС. Какого хуя ты не на замене в ЗС, блядь? Ну это тоже, да. Ты чё, не хочу идти сегодня в ЗС. В какой-то другой гильдии РТ, что ли? Я в конах, да. Чё там, заебись, да нахуй надо, переходи сюда. Мяу. Нам надо нормальные друиды в рейд, нахуй, а то я хожу. РЛ просто ебейший. Где? В конах. А. Нихуя себе. Которого жопа представь, постоянно. Представь себя, только ты не говоришь спокойно, что мы бомжи, а орешь как ебанутый на весь многоквартирный дом. Кетлер, что ли? Да, Кетлер. О, нихуя? Ты зашла, Киризай, да? Все, двигаться можешь? Короче, смотрите, нихуя себе. Босс, рассказываю. Ну, короче, вот это белорусское произведение, блядь, искусство, техники, блядь, инженерные мысли, короче. Первая, короче, стадия, это, короче, белорусский трактор, нахуй, смотрите, комбайн, просто милики съебитесь сразу от него, нахуй, сразу прям, иначе будет вайп сразу, смотри, блядь. Вот, 4 челика словили напалм, ну, это стоять на РНЖ, надо это заранее объяснять, ну, это только хилы видят на ком дебафы, блядь. Милики, смотрите, блядь, рассказываю. Вот, танк, готовься отбегать от босса, танк, готовься. Отбегай от босса. Только ты в сторону хилов в следующий раз отбегай, а то, блядь, ну, смотри. В сторону двери. Блядь, мины не взрывайте, мины перед... Да. Только оба мины. А, нахуй, уже все взрывай, ебать. Стадо, нахуй. Просто по минам копытами, блядь. Сука. Хотел показать, что такое мины, нахуй, их взорвали, блядь. Вот, смотрите, вылезли мины, смотрите. Вот, видели, меня ударило, блядь, сейчас, смотри, еще одну, хоп. И еще две рядом лежат. Ох, сука, мог умереть, нахуй. Две не надо взрывать, сука. Мы не будем вставать сейчас под этот... А, блядь. Не надо тут ничего надо... Тут дамага столько, что он до обстрела ебанется. Короче, это белорусская сенокосилка, короче, крутилка, комбайн или и бетономешалка, короче, ну какая-то такая хуйня, короче, ну бандеризированная под военные нужды, нахуй. Смотрите, вот эта хуйня, короче, сзади, блядь, ракеты, нахуй, они, короче, со спины вылетают. И когда они вылетают, они, короче, анимация показывает, они так взлетают, блядь, на полу появляется отметка такая красная, как на уголовне, блядь, а, вы не знаете, да, что это такое? Ну, короче, красная точка, все, фулл ДПС в эту хуйню, эта хуйня не танчится, а просто захиливается, ее надо дамажить. Вот. В общем, появятся точки, сейчас скажу, обратите внимание. Ну там урона 5 миллионов, наверное. Там, короче, ваншот. Вот, то есть местный такой ядерный взрыв будет происходить. Вот, смотрите, скоро появится. Вон она, точка появилась, увидели? Отойди с нее. Кто там? Вот. Видите, ракета летит такая, да? Видно, да? Вот. Если бы там челик стоял, он бы упал просто. Помер вот, да? Все, вы выучили тактику на эту хуйню, да? Так. Теперь будет белорусский вертолет, нахуй. Просто на местный такой разведывательный, блядь. Сейчас увидите, блядь. Ну, под кнопкой. Вертолет.
Под кнопкой, конечно, тут, ну, супер сильно. Сказал мини-ядерный взрыв, я ждал красивой анимации, а там пуколка какая-то. Ну там такая совсем маленькая, ну типа если увеличить, нихуя прикольно было бы. Не, ну если он тебе ебало пролетит, это будет ядерный взрыв. О, вертолет, смотрите, вот он белорусский, блядь. Череп поставил, его надо дамажить. Ну, мобы еще выходят. Вот этот бумбот, он, короче, взрывается. Вот смотри, такой. Ну, если добегает, конечно, до цели на своей. Барахлобот — это обычная хуйня. Ну и вот штурмовой, короче, вот его милики зерганите. С него выпадет магнитное ядро. Типа, сейчас уже там башка почти умирает. Вот, магнитное ядро надо утонуть. Вот кто утонул, открывай сумку, притягивай вертолет вниз. Вот видите, он притянулся. Ну, и милики могут его бить. Ну, это для хэма нормальная тема. Здесь он уже умер. Как-то. Ты объясни ему, что тут надо все две штуки убить одновременно, блядь. Да, это самая охуенная хуйня. Ты уже все сказал, можно уже нихуя не объяснять. Смотрите, белорусский комбайн теперь, ну, собрался в модернизированную версию, короче. Тут все объединилось, короче, блядь. Ну, короче, это пиздец, короче, такая хуйня. Первым будет лазерный обстрел. Если будет, то он идет по часовой стрелке всегда, запоминайте. Вот эти все три хуйни, да, по ПЛХП, их надо бить одновременно, блядь. Максимальный захил по рейду, верхильки, лучше ману, все прям въебите, но чтобы жили нормально. Геру, да, ровно, блядь. И это, геру и фулл ДПС. И бить милики, объясню вам, вы можете прямо снизу, переключившись в голову, прямо снизу, даже не прыгая, ее бить, доставать. Бейте ту часть, у которой больше хп, чтобы убить их одновременно. Потому что если 12 секунд, части будут... А, вот, примерно так, да. Короче, мы просто захилится, и мы будем повторять все заново, пока вы его не убьете или он не убьет нас. Да, ну в хэме там побольше хп, там немножко поинтереснее, хотя с большим гиром можно и так, типа, как сказать. Этот, паладин, надо кому-то вот эту хуйню 108 интеллекта, блядь, пиво я не хиляю. Нахиляю, надо тебе? Ну, короче, тебе закинули. Надо. Сюда. Так, на рогу. Ну, а Селина на рогу поразрулишь, если кому-то надо будет роговский токен. А этот на святос, короче. Портал, обвалившаяся галерея и по лестнице налево. Нихуя. Unroll такой написал. Ну если кому-то надо, смотри там трансмог. Я не знаю, в трансмогах не разбираюсь. Голова ебаная. Нахуя бой, бля? Бой? Мобы. Ну там если спулили два больших моба в капюшонах, таких каменных, и бить одновременно, вот. Ну порталы нельзя юзать, да, пока они спулены, они бой на весь инст вешают. Сука, уёбки, блять, админы, нахуй. Короче, дальше там хуйня осталась. Да, этот простой босс. Йоксалон и кайт, жёстко так, блять. Да, хуйня, йок, блять, алкалон, нахуй. Такс без... Вообще изи боссы. Все, обвалившись. Мобы охуевшие жизни. Обвалившаяся галерея и налево. Вы пока там бейте мобов, короче. В коридоре лучше ебаните моба, а то, блядь, в пизду. Ну, ебаните, посмотрите там, блядь. Он там будет в контроль челика брать, его можно завихревать. Я пока запущу эти помощников, блядь, чтобы мы там не обрыгались, не убили. Потому что тут с него 100% осколок падает. Бэма. О, нихуя, работник года пришел. Лень, как тебе сал на 9 секунд? Заебись? Заебись, мне нравится. Охуенно, представляешь, блядь, ты хилу. Ноль, слабо? Слабо, нахуй, ты чё, блядь, с людьми, которые первый раз, нахуй надо. Как-нибудь через пару месяцев, блядь. Да тут да люди сейчас отворачиваться будут миллиард лет, блядь, пока поймут. С лужей ебаной, с мобами, нахуй. А, блядь, не устрашай их там, все легко там, блядь. Мне сейчас надо будет только в комнату, кто знает, нахуй. Ну, кто вообще за свой класс умеет играть, хотя бы 20 тысяч дает. И вообще, есть там кто в игру зайти еще может, блядь? Я могу зайти. Ты вообще понимаешь, что ты наркоман, блядь, фулл рейд собрал, уйду, блядь. Уйду. Еще люди ему 20 тысяч дающие нужны, блядь. В ночном рейде, блядь, один Ассалин столько дает. Насалин 30. Все, этого пидора не будем. Так что тебе, Албема, помощь надо? А на кого ты хочешь? У тебя хульдринг без КД или друид? Вообще-то. Без КД или с КД?
Ну вообще-то без КД пол. Ну так заходи, подамажишь, блядь, комнату зайдешь там, блядь. Ну дамаг. Че за херня, почему спулился? Кто спулил его? Не знаю, кто у вас там спулился, сейчас разберемся. Я же говорил, без бейте его. Не, ну вообще так-то Солина че либи дают. Я, короче, долгий релок делаю. Долгий релок это какой, ты его останавливаешь? Спулил и умирает. Это я, блядь, задел провод, и у меня комп вырубился. К вам пошли, блядь. Так. Я думал, ты пиво пролил на клаву. Лень, вот это вот пизда. Я, блядь, охуел, когда сквозь текстуры полетел. Сегодня пати будет, а, блядь? Где? Не вижу. Хуяся, тебе еще плюс. Спальните, пожалуйста, подчинение. А что-то мне не показывает онлайн. У тебя, блядь, да, что, да, блядь? Именно невидимый режим был, что ли? Нет. А у меня просто... Спасибо, не играй, вот, пожалуйста. Вот, есть. Хуярь за такой базар. И это лог, лог есть у вас? Есть все у нас. Три штуки. Я сейчас кого-то хб ебану. Чего ну, так блядь? Им и надо, нахуй. Маба? Блядь, да за что, нахуй? Я же вам сказал убить маба, а чего, блядь, типа... Ну, думали на систему наебать. Игру убить, блядь, потому что, блядь, о, блядь, смотри меня, смотри, блядь, просто прыжок РЛ, нахуй, блядь, смотри, блядь, способность. Нихуя, нахуй. Хуясь, вот там призм танчит, вы чё, охуели? Блядь, меня чуть в контроле не захуярили ещё, нихуя, блядь. Если говорю, моба убить, значит, убивайте, блядь, чё вы. Это нам ещё сюда надо раз 20 сходить, чтобы можно было мимо него пробегать. Пока столько IQ нету, нахуй. Ну если чё, ульдуар IQ развивает, повышает, блядь, ну на один за один проход. Вот, ну сейчас, сегодня, блядь... Получается, сегодня... у меня больше на IQ. Сегодня все повысят, на ICQ свою. Ну у меня 10 IQ сегодня, блядь, в конце... ICQ, блядь, повысит. ICQ, да. Хоть из минуса выйду. У меня сегодня 11 будет, блядь, у меня было 10, ну... Теперь смогу квадратик, нахуй, треугольник отвечать, стоп. Ебанов. Ставим вот три, тут шкаф. Три лока, ни одного сумуна. Вот тут ставим шкаф. Не агрите мобов, да еще, назад. Да еще не успели никого сумунить, блять. Может, еще... бой прошел на ебаный свет. Короче, рассказываю тактику. Вот эти мобы, короче, они вешают сало по 10 секунд. Конкретно приверженец, конкретно ледяной маг и конкретно еще какой-то пидор, блять, не помню, блядь. А вообще похуй, разъебем сейчас. Вот, приверженец кидает фир как прист, вот этот пидор, я вот поставил, блядь, череп, его надо убивать в первую очередь, он кидает фир, хилит, короче, и говно всякое делает, вот, ну остальную всю хуйню там, ящите, ледяной маг по возможности, вот, блядь, поставил квадрат, ну там сап или какую-то хуйню там дать, либо покаяние паладины, ну вот там в других пачках увидите потом, все, тактика такая, череп гриппаем, зергаем, всю остальную хуйню после черепа уже зергаем, сначала ледяных магов, потом всю остальную хуйню, все, поехали. 4, 3, 2. Бля, кстати, а их нет? Они перестали прыгать нахуй сквозь текстуры или нет? Да прыгают, все, бля, прыгают, понимаешь? Сало 10 секунд, блядь, какой я бы это придумал? Мне больше нравилось, когда они, блядь, успевали за эти 10 секунд нахуй, когда кидала. Хилов сало, блять, убивать танков. Это было заебись. Ну, блядь, на открытии. Он приверженец в первую очередь, так же зерга. Побежали, амант еще живой, блять. Все, уже не живой, хуярим. Ну кто начиналась это вот, блять, порнуха. Уже трэш. Кто-нибудь начинает заходить в инст, блять, и начинает, блять, весь трэш по инсту бегать, блять. Да, порнухи дохуя было. Но сейчас видишь, все попроще, поцивилизованнее. Когда ты, блядь, на 40 левелов больше, чем тут шмот падает. Чихнул, ну вот видишь. Чё там, нихуя? Чё это произошло? Чё это было, блядь? Громат, ебанусь. Это грипп. Это называется, блядь, мобы из текстур вылазит. Что так всё печально, блядь? 4 паладина в рейде, блядь, одна аура. Ну такие вот одноауровые паладины, вкачать не успели другие ауры у тренера. Только сейчас 80 уровень апнули и пошли в льду, я говорю, го, блядь, я вас научу, блядь, жизни нахуй. Да не в школе, только ауру проходили. Mm-hmm. И всё, чё-то.
На уроках ауроведения, блядь. Это верно. Я что-то заебался хилить, что там дагномагом надо получается, блин. Ты же сам знаешь, что это порнушные мобы, блядь. Мобы сложнее, чем, блядь, чемпионы в ВВК, нахуй. У кого там горное дело есть, блин? Не игорное, а горное. Игорное? Это, ну это моб, который как в коридоре вы увидели, он сейчас в контроле. А где танки ваши? Танки, ну там где-то бегают. Помер и труп. А значит танк? А я танк, да? Помер танк. Вот это моба сначала, нихуя с контролем вышел. Да ты говори, где нужно, а то я уже несколько боссов в ДДшнике. Ой, да ладно, сейчас пока не надо. Ой, блядь, спать охота. К этому времени могли бы, конечно, уже Алгалона ебануть. Ничего. Если бы фулл рейд был, ну, сначала было бы все покруче. Когда челики допетрят, что надо помогать с этим рейдом, чтобы быстренько было, чтобы пацанам, блядь, долго тут не сидеть в этой ебаной душной хуйне. Смотрите, босса не спуньте, веди сюда, к стене его, к стене. Еще дальше от босса, потому что он откидывает, когда щит взрывается. И когда моб умирает. Мурлокос, ты где там зашел? Да, он зашел. О, нихуя. Убейте Пала. Сказано, сделано. Захуярили пацана просто. Ебать. Ты уже пожалел, что пошел в этот рейд, да? Это, горка есть у кого-то, блядь, пиздните мне там голосом, я что-то проебал, блядь, в чате. Было у кого-то, нет? Ну то лут не стоит. Алло, блядь. Короче, блядь. Блядь, дикашки, у вас чё, горки нет? Так. Я скинул недавно. Ладно, похуй, короче, гайд. Босса. Рассказываю, значит, все стоят, все РДД стоят везде. Вот, когда появится над головой крестик, выносим его назад. Назад это вот в эту сторону. Мы в хэмке или без? Хэмке. Вот, крестик выносится в крестик. Вот, над головой полез крестик, вы выходите в крестик. Этот крестик, короче, вокруг вас 10 метров или 15 людей дамажит. Вас самих не дамажит, но их дамажит. И весь этот дамаг превращается в ХП босса в увеличенном проценте. Босс будет захиливаться очень сильно. Босса не бить, вообще никто не бьет. Ни милики, ни РДД. Милики, просто встанете под красный кружок босса. Босса лицом на рейд, помер. Просто набираешь агро. Вот. Мы ждем 3 минуты, когда появится 6 паровых зеленых облачков, которые нельзя убить. Если убьем... ХП, будем, нахуй. Короче, я приеду к вам домой, нахуй, и положу вас в малиновую девятку, багажник изнутри там покажу, как там охуенно, короче. Вот. Ну, просто не бить, ничего не делать. Там 3 минуты почилим, вот, и потом появится из этой хуйни, появится элементаль. К слову, ни босс, ни элементаль не таунтится. Сначала надо дать время, чтобы танк набрал элементаль агро. Босса вот так вот право-лево подергать, чтобы элементаль оказался перед еблом босса, чтобы РДДшники из звезды могли его доставать. Вот. А Салин, где? Ставьте шкаф, сумуньте его. Киризайт можешь под боссом тоже стоять с миликами. Да он в инвизе рядом стоял, он... чтобы его сумунить. А, да. Сумони его нахуй. Я просто не видел, у меня... сереньким. Короче, смотрите, ничего не бьем, и вот пока мы это все будем делать, я скажу, какая тактика, короче. Там тактика простая, право-лево выбегать, крест в крест выносить, и все, блядь. А, 3 минуты подождем, элементаля забьем, потом после элементаля, может, будет и овешать, еще угодно делать, и бить, короче. Все, проверка, начинаем, блядь, сейчас. Кибос. Там, ну, там 5 IQ надо, короче, ну, блядь, у кого один, конечно, хуево, бегай там, блядь, за всеми. Паладина шашку обновите. А что, можно, да, покурить сходить пока? Ну, блядь, и престомбов ну, обновить. Вообще нежелательно. Я знаю, что тут делать, когда вы бегаете телепом, куда, блядь? Этот, иди запускай. Вот как он стоит, прям так перед еблом у него вставай. Ой, блядь, престомбов обнови, заебал. Вон там сколько престомбов, блядь, обновите престомбов, блядь. Мне лень, нахуй. Смотрите, сейчас, короче, кто стоит везде, готовимся, выбегаем право-лево, как удобно. Назад не надо, право-лево. Вот, кто не отбежал, вот кого откинуло, ну, слоупоки, блядь, давайте. Смотрите, пока у нас есть 3 минуты, научиться отбегать от этой хуйни, потом эта хуйня будет шотать.
конце там, вот смотрите. Ну, блядь, ракета пролетела. Звезду встали обратно, звезду. Никто не дамажит, я же говорю, не лемы, никто нахуй. Можете не дамажить, ничего не делать. Черепок, вот, поставился, сокрушение летит. Метка назад, безликого назад. Вот, Хант отпрыгнул, а все вернулись в звездочку. Блядь, у меня анимации убраны дохуя. Так, отбегаем. Право-лево, как удобно. Ну вот, метров 15 достаточно. Не обязательно 1000 километров пробегать. Вы бы, сука, еще в Долоран отбежали, блядь. Камень нажали, блядь. Сука, вам сказали, блядь, никакого АОЕ, блядь. Вы что, не русские, нахуй? Отбегаем. Никаких луж. Милики, просто стойте, не автоатака, ничем не бейте. Бить не надо сейчас, я же объясняю. Блядь, объяснял, кому это, блядь, за 3 минуты доплыло. Никто ничего не кастует, ничего не делайте. Все, отбежали. Ракета упала, подбежали, стали. Вот. Крестик назад, Нушем назад. Сука, ты убьешь весь рейд сейчас. Сука! Отбегаем. Сука, бомж нахуй. Крестик над головой не увидел. Блять, я бежал на. Все, тихо, блядь. Пиздец, что-то его так тихо слышно, или я его, блядь, так тихо сделал? Не, меня слышно тихо. Все, стоим, ничего не делаем. Мана, напоминаю, тут не восстанавливается. Право-лево выходим. И решайте, блядь, для себя, куда вам удобно. Право или лево. Не смотрите на людей, блядь. Вот, метка этой самой хуйни. Появился, отбежали. Вернулись обратно, блядь. Сука, не отлетайте. Потом он пошотает, эта хуйня вас. Кастом милики сбивают, все нормально. Убегаем. Кстати, Войд, у тебя какая раса? Нежить? 40. Убегаем. Скоро метка крестик появится. Внимание, сейчас смотрим над головой крестик, кто в звезде стоит. Вон, блядь, вон появился назад, просто отходи. Красава, блядь, челик первый раз играет, отбегаем. Да я хотел вот с Алиночкой как раз и проверить, но это надо, чтобы кто-то из РТД ману в ноль слил. Короче, баг есть. Тем, как резать на нем ману. Под диваном? Нет, Найтбор. Вот эти вот ночнорожденные, блядь, эльфы без. 5 секунд, анигма будет, блядь, не вливайтесь. Сейчас смотрите, сейчас никто не бейте, вообще не дамажьте ничего. Только рога может напулить с хантом. Танку надо агрона брать, отбегаем с крушения. Вот моб появился, сейчас подведи его немножко в сторону лица босса. Вытягивание жизни назад, хиляю. Все, смотрим на нем агро, 17 тысяч агро вроде, сейчас. Можете потихоньку бить, отбегаем. Ракета сейчас сильнее начнет бить. Напоминаю, блядь, не ловите тримал, не ловите ракету больше. Все. Все, мы в моба играем. Все, в моба играйте, играйте. Только смотрите за агро своим. Вот, потеряшка, смотри за агро, хулидринг за агро, смотри. Отбегаем, ракета. Где черепок она упала. Вот видите дамага сколько наносит? Я говорю, не ловите. Че, трудно что ли, блядь? Отбегаем, крест, крест назад, трибал назад. Телепорт на эту хуйню надо ставить. Блять, пол хп рейда проебал. Все, сейчас он умрет. Но он настакивает на нас увеличение урона от тьмы. Ракета это тьма. Отбегаем от темного сокрушения. Все, вот в новую лужу встали, которая появилась, и дамажим. Кучкой стоим в луже. Отбегаем. Метка назад, аматерасу назад. Быстрее, 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 блядь. Пососало из нас хп. Отбегаем в сторону. Все, остался только босс, теперь можно бить, а уешь, если что угодно делать. В новую лужу встаем. Можем. Отбегаем. Пробежали, похуй, блядь, с коста. Отбегаем. Я
Убегаем. Сейчас скоро крестик будет метка, смотрите, ее назад надо вынести. Да, чтобы что там не было. А. Через 15 секунд отбегаем. О, нихуя. Люблю запах сорнита по утрам. Вспышка, надо кому-то лог будешь носить с критом эту хуйню. А что? Да, давай носить? Ему эту тринку. Он даже не знает. Он же первый раз. Ему давай. Уже. Я все спалил, что я разберусь, отвечаю. Будешь 20к. У меня там вообще ни ДБМа, нихуя нету. Будешь 20к теперь дамажить. Да. Блять, надо шмот распылить нахуй. Сейчас, короче, 10 секунд буквально. Кто мечтал, девки, признавайтесь, кто мечтал о большом-большом щупальце? Волонире. А, щупальце. Ну и, конечно же, волонире. Головушка. Сейчас будет много щупалец. И надо будет очень много делать. Хотя хуй его знает, тут, наверное, блять. Сейчас вот ладно, хуй с ним. Да тут, блядь, дамага, ну, вергирный, блядь. Сейчас я, короче, под прям 5 секунд осталось. Подраспылю две шмотки тут. И, короче, зерк пачку соберем, 10 человек в комнату, и нормально будет. В принципе, я уже по никам знаю примерно, кому можно доверять. Вот. Звание для алгово. Какое звание? Что за звание? А, я не знаю, как оно делает. Просто убить его, наверное, дается звание. Назад все отойдите. Уйдите оттуда, блять. Вы что, ебанулись туда подходить? Там, блять, пиздец будет. Вас убьют там, нахуй. Встаньте в кружок. Уйдите оттуда. Кто там, блять? Запустите босса, блять. Его сейчас не надо запускать. Еще не переставил, не объяснил ничего. Так, теперь. Так. Мне кажется, те хилы справятся, мне надо походу дамажить. Так, труповоз, а, блять. Помер труповоз, вы оба нихуя не понимаете, да, что делать тут? Бить. Дед Мороз, ты знаешь, что делать тут, Дед Мороз? Надеюсь, хоть ты, блять. Блять, реально, что ли? Ну, короче, морлокосок нам во вторую пати закидывай, и все нахуй. И сейчас я закину этот самый... смотрите, вот у вас 3ДК, там, короче, такая хуйня будет простая. Вот на первой фазе мы побегаем, там 9 мобов убьем, в центре вылезет босс. На второй фазе будут, короче, босс, он будет в щите, его сначала нельзя будет бить, появляются 3 вида щупалец. 2 мелких, их убивают в первую очередь, большой убивает РДД, ну РДД там есть. Вот, что нужно делать конкретно танку? Танк один будет, ДКшник, вот. Нужно будет конкретно танку подбегать к этому большому щупальцу, когда вот вы его выберете в цель, когда он начнет каст ослабления. Этот каст, он 10-минутный, ну, долгий, короче, и он ослабляет весь урон рейда на 20%. Вот. Все, что нужно сделать, это подпрыгнуть к нему, дать одну автоатаку. Этот каст собьется и уже тогда отпрыгивать от него. И потом вот он опять начал кастать, опять продолжить эту хуйню. То есть подпрыгнуть, дать автоатаку и опять отойти. А в конце, когда уже босс начнет без щит с него спадет, в конце надо будет просто точить мобов, и они будут заливаться и умирать. Вот, перед лицом босса. Кто из 23 ДК это уверенно сможет сделать? Кто помер? Да, еще отворачиваю. Да, и надо будет спиной к боссу стоять. Сможешь, да? Все, помер. Ты, короче, будешь танком, остальные в ДД. Так. Так. Теперь. В комнату пойдут, значит. Так, ну вот эти пойдут.
Ну, потеряшку возвращай. Потеряшка. Так, давай вот так. Так, линксет, давай сюда тоже. Так, теперь кто тут у нас есть? Мурлокос сюда. Так, Миралиса, с ними пойдешь. Так, Хулидринкасист, будешь вести левую пачку, я буду вести правую. Так, теперь, кто с локов больше всего дамажит? Трибал, да? Так, Трибал тоже пойдешь. Вот сюда пойдешь, я пойду с вами, вас подхилю. Так, и еще одно тело какое-то. Аматерасу, думаю, нормальный пацан, да? Аматерасу вот с вами пойдет. Смотрите, вот раскидал. Все. Как что делать? Смотрите, значит, этот. Первая пачка. Порталов вокруг босса будет 10. Сейчас я, блядь, поставлю, где лицо босса будет. Вот где пасть открытая, там лицо босса будет. Сейчас смотрите, блядь. Вот тут будет лицо босса. Вот. И это. Слева от звездочки, вот до жопы босса, там левые 5 порталов. А, ладно, нахуй, метку поставлю, нахуй, тут вдруг не ясно, где лево, где право. Вот, лево это кружок, где, короче, а право это, короче, где ромбик, блядь. Вот, так вот, от звезды в сторону кружка, левые 5 порталов, это первая пати. Ведет за собой, вон, Holy Drink, кружочек. Правые 5 порталов, это от звезды до ромбика, это я веду, это вторая группа. Это Асалин, Трибал, Святос, Потеряшка и Войт. Я буду в хиле, короче, чтобы вы там не сдохли, потому что вы все не хилитесь. Вот. Что будет в комнате? Просто желтые мобы, либо доспехи, либо драконы, либо еще какая-то залупа. Их надо будет бить. Вот когда их начинаете бить, они превращаются в щупальца. Когда вы их бьете, 20% дамага, который вы наносите им, возвращается к вам в виде урона от тьмы. Поэтому надо следить за своим хп. Еще в комнате развешаны черепки в воздухе. Если вы поворачиваетесь лицом на черепок, он вас дамажит. Тратите здравомыслие. А, это, блядь. Вот. Поэтому я вас постараюсь считывать. Побегу с вами. Первая пати. У вас вы все хилящиеся классы. Если вы видите хп мало, начинайте себя хилить. В комнате дается минута со времени открытия порталов. Нужно убить желтых мобов, которые превратились в щупальца. Убить мобов, и сзади, откуда мы заходили, появится комната с мозгом. Там мозг такой прозрачный будет, его надо будет убить до 30% хп. Вот за один заход мы или за два это сделаем, сейчас посмотрим. Вот. А оставшиеся все люди 3, 4, 5 пати, вы бегаете наверху. Кто там с голосом есть? Чумовая, вот те. А у тебя есть? Я есть. Ассист есть, вот, допустим, там, не знаю, там, квадрат, хуй знает, на себя повешать, ты, короче, там, Анойси, блядь, бьем щупальца, там, и все, смотри за помером, чтобы он, короче, щупальца, это, что тебе? Мат подай. Я бы еще, блядь, самому вспомнить какие-то щупальца. А оно у меня есть масло, это, блядь? Да не это масло, а другое. А оно у меня есть, блядь? Вот вон ГБ стоит, блядь. Ебаный урод, блять, обворовывает прям посреди рейда, блять. Я себе, блять. Там, короче, будут щупальца, будут проклятия, блять. Смотрите, смотрите, все очень легко, значит, объясняю. Вот первая фаза, будете просто звезде стоять, вот, облачка, которые вон там летают, их нельзя задевать. То есть, если они идут за нами, мы от них уходим. Раньше примерно метров 15 надо держать. Если вы их будете задевать, то мобов будет больше появляться, танк не успеет их в центре это позабирать. Вот, значит, когда босс вылезет, три щупальца будут появляться. Одно хватает человека душ, что у него там 60 тысяч хп, быстро его убиваем. Второе будет дебафы кидать. Дебаф в 4 вида. Магический, яд, болезнь и проклятие. И всю эту хуету надо диспелить. Проклятие могут диспелить друид, эршам. Магию могут диспелить паладины, присты. Болезни могут диспелить паладины, присты. Яд может диспелить друид. И проклятие... Короче, нахуй, ну понятно, там разберетесь. Вот это все на хилах. И ретрики тоже диспельте себя, блядь. Локи могут собака снять. Я сейчас хуйню диспелить, декурсить. Вот, значит, луч, когда соединяет двух людей. Если вы будете далеко друг от друга, луч красный. И вы теряете здравомыслие. Кстати говоря, что такое здравомыслие? Дается сотка от всякой хуйни, дамага, вы теряете здравомыслие. Если становится ноль, вас йог берет под контроль. И с таким условием, что если даже у вас убить и резнуть, вы все равно реснетесь, под контролем будете.
Вот. Поэтому взрывмысли лучше не терять. Когда спульнем, там появятся по углам комнаты зеленые столбы света. Вот в них и ХП резается, и урон уменьшается, и взрывмысли возвращается. Вот. Вот, в принципе, ничего такого трудного. Ну, еще будет лучи сверху, босс кидать, босс, вот эта баба взлетит, и будут лучи кидать, лучи зеленые. Сначала они такие тоненькие будут и не двигаются, а потом через 3 секунды начнут двигаться, ну, немножко там, не сильно, и с них просто надо выходить, ну, они шотуют примерно как лезвие на хлёне. Вот, и еще будет кидаться черепок локовский, такой койл зеленый, и у человека над головой будет, на ком он висит, будет появляться черепок. От него надо просто отойти от этого человека, иначе он будет бесконечно перекидываться, а это хуево. Вот, все, короче, проверка и пойдем. Может быть, разок упадем, не знаю, если вы совсем ебланить будете, может быть, разок упадем, так что смотрите, делайте четко, как я говорю. Все сейчас двигаются сугубо в звезде, только танк помер, встает в центр, где стоит баба, и ждет там мобов. Хуя добавим добро и здравомыслие. Блять, не в этой звезде, сука, в звезде над моей головой. Помер, ко мне, кружок, быстро. Помер в центре, стой, РДД бейте моба. Не в звезде 3D метки, а в звезде на мне, на присте, блядь, над моей головой. Маленькая нежить такая, блядь, прыгает. Вот, и косты старайтесь сбивать. Все, потихоньку двигаемся со мной. Суть в том, что этой фазы, вот эта баба, она типа, ну, наебывает нас, типа она такая добрая, типа за нас. Вот, на самом деле она тварь, короче, ну, под контролем Юксарона, блядь. Мобов надо убивать под ней. Вот, мобов нужно убивать возле нее, так как они при смерти 15 тысяч урона наносят. Не начинайте это, немножко назад, шаг в звезду встаньте, лужи впереди пропускаем. Мобов, сука, что-то пизданой забыл, блядь, что хотел сказать. Похуй, короче. А, на мобов вешается иногда дебаф, который... делает их невосприимчивым к таунтам. Мобов не бейте, дайте время танку набрать агро, блять, чтобы он подошел, танк набрал агро. И только потом их убивайте. У них хп не так дохуя, чтобы вы хуярили так быстро, блять. Все. 9 мобов умирает там примерно, 9 или 8. И этот еще самый... еще 3 моба. И босс вылезет. Босс очень простой, веселый. Главное за свой класс все делать. И спелить. Вот миленькие, осторожно там. Ну вот этот моб и еще один и фаз. А милики уже бить должны, да? Нет. Моба на пульте в танк. Не бейте, дайте ему набрать игру. Все, быстрее убивайте, пока он в центре. Он еще вылез моб. Моба, хватай и уводи на край. Веди его на край, в сторону кружка. Не сюда на край. Блять, ну к рейду веди. Рейд, звезду. Короче, РДД бейте моба. Быстрее убейте моба. Резче, блядь, резче, изгоните его. Чё за хуйня? Все, щупальца появились, все щупальца бьем. Диспелим всю хуйню. Фулл хилим рейд, предотвращаем прям, блядь, дамаг. РДД, ваш приоритет, большое щупальца. Зергаем его быстро. И первая, вторая пати по команде вокруг босса распределяемся. Черепок появился, отбежать от него, блять, бежать от него. Душающая сыграла. Дед Мороз, баран, нахуй ты стал там? От чего ты сдох? От щупальца? Кто там стоит, танчит? Или кто это? Съебись оттуда. Труповоз, нахуй. Вы что, сука, я вам объяснял, нахуй, для кого? Щупальца, 8, идите бейте. 7 секунд портала. Щупальца, идите бейте, блядь. Первая, вторая пати вокруг босса разбежались. Первая, вторая пати быстрее. Кто-то ливнул, что ли, чё нахуй? Первая, вторая пати быстро вокруг босса стали. Порталы 2 секунды. Порталы заходим. Спиной к черепкам. Спиной к черепкам. Щупальца бьем. Но мне лучше лучезара мне заходить в портал. Заходить. Лучше исчезает при заходе. Заходить. Быстрее. Быстрее. В мозг идем. Че там, дрочите, что ли, матерасу с этой? Я, блядь, просто все стало и пиздец. Я показывал вам, блядь, призем какой... Геру. Нахуя Геру? Два челика не зашло. Я в хиле, блядь.
Может, и успеем, блядь. Хуярьте, прожимки прожимайте. Короче, это... Вот возле мозга порталы на выход есть. Что там, 40%, 10 секунд. По порталам поближе встаньте. Все, перевели. В принципе, успели. Да, все, портал нажимаем, выходим. В звезду все сбегаемся. Встаем спиной к боссу. Бля, у тебя привычка тоже релить, да, когда есть релл в рейде? Спиной к боссу встаем. Вот если лучи вот эти идут, это значит вы ебалом. Мопа забирайте. Это значит вы ебалом к нему повернуты. Танки, милики, бьете мобов. РДДшники, босс. Только когда черепка нету. Отвернули. Короче, этот... Все паладины, уберите третью ауру. Хольдерин, поставь третью ауру. Сейчас на следующий каст оглушающего дашь ЭМА. Чтоб сала не повешилась. 5 секунд. Да? У тебя стоит она? Да. Все, готовься сейчас. Давай. Все, заебись. Теперь освобождай ауру. Литр пива бери третью ауру. А, литр пива мертвый. И хиляю вас, бери третью ауру. Взял? Отвернулись. Отвернулись. Готовься. По команде мастера ауру дать. Готовься. Давай, мастера ауру. Сработало, да? Да, вроде. Ну все, и хуя ты, что там у босса хуйня осталось? 4 отвернулись. Ауру. Все, дальше похуй, короче. По-моему, Дед Мороз и Труповоз, нахуй, и по-моему, Литр Пива тоже били большой щупальца. Хотя я сказал... Отвернулись. Хотя я сказал миликам не бить их. И, кстати, могло шотнуть весь рейд, блять, большим щупальцем. Я говорил, только танку, нахуй, подбегать, давать автоатаку. Кого-то тихо слышно, как будто из жопы, блять, нихуя не слышно. Это плечики просят. Ура! Так, портал вестибюль и направо. И теперь идем умирать. Так, Навара Святосу там разберешь, если кому-то надо. Так, и Наругу Асалин, короче, если кому-то надо, спросишь. Прикинь, раньше за эту хуйню боролись, блин, за этот Т8, нахуй. Какой портал? Вестибюль. И направо. Я не знаю, там будет говорящий или не будет. Если заодно его убийство, я не помню уже там. Есть, но за что это не дается. Вроде только убить надо. Сейчас я гляну у себя в званиях, типа. Где звание, кстати? Просто убить. Звездный странник, если просто убить. А, ну-ка, сейчас, погоди, блядь. А где звание, что-то я не понимаю. Вот этот открыл интерфейс, где звание, блядь? Ачивки ищи. Нет, блядь, нахуй мне ачивка. Мне, блядь, звание, нахуй, как сделать? В окне с персонажем. Ну а где оно, ёбнуть? Где комплект еще кнопка? Не дали. Увидел. Вот у меня есть говорящий, смотрите, нахуй, звездный странник, нахуй. Какое вам надо, блядь, смотри, блядь, просто. Я сейчас звездами 10, звездный странник 25. Ой, нихуя, сейчас сделаю 25, нахуй, типа я вообще крутой, нахуй. Все хуеют. Смотри, блядь, Void Spirit, звездный странник, все видят, блядь. Хуя. Сейчас я подбегу. Да, я открыл. Блять, я хотел открыть, показать этот красивый ивент. Смотрите, сейчас, короче, понадобится 10 хилов, короче, 5 танков. Ну, это пизжу, конечно. Не заходите на белый пол. Ну, вот. Чумовая, сейчас от тебя ассист потребуется. Знаешь, что делать, да? Не, а вот тут я, кстати, вообще не был. Так, потеряшка сможешь оформить? Стойте тут, короче, ешьте рыбу. Оформить. Метку надо будет ставить, я сейчас тебе скажу, кто тебе будет помогать. Я их могу чисто убивать. Блять. Метку ставить не смогу. Есть у кого-то, у кого, ну, хотя бы 50 IQ есть, чтобы кто-то мог метку ставить? Сейчас я подумаю, у кого в хила спекнуть. Литр пива точно в хила. Я хиляю тоже в хила. Ну и, в принципе, хватит. Так, ты сюда, это сюда. Есть. Пускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения.
Матрасу я уже ему писал, я даже бухущий в говнище ему писал, что надо купить, как, зачем, чё, как, и вот, чё нажимать, когда. Так, смотрите. А говорил, где купить? Ну, я написал золотое. Смотрите, чтобы не объебаться на этом боссе, не обосраться, блядь, четко слушайте, что вам говорят делать. Каждому задание будет дано, что делать. Вот, нужен второй танк. Давай. И, короче, Дед Мороз тоже спекайся, нахуй. Трупопров тоже спекайся. Короче, Дед Мороз... Да ты наспекал танков, я уже спекнулся. А. Тогда Дед Мороз ДД. Блять. Ну, трупопровод давай спекнись. Я не знаю, ты, по-моему, меньше Дед Мороз дамажишь. Вот вас троих тогда хватит. Ну, короче, Хульдринг, будешь на боссе, босса отведешь к стенке. Там вот... Я знаю. Блять, чумовая, мне кажется, мне надо больше ПС спекнуться, а тебе в ДЦ. Мне сподручнее будет метки самому поставить, потому что ни от кого не дождешься, сука, помощи, нахуй. Слышишь? Давай, в 2-5 прыгай, а я в ШПшника, чтобы я быстро поставил, людям метки не побить. Один и кулаки разбавьте. Сейчас. Подожди, бля, мне надо чайку зарядить, нахуй ману отрезать, блядь. А, я срезал, он рыба стоит. Так, сейчас я меточку поставлю. Меточка. Смотрите, значит, у нас сколько хилов, значит, пятая пати, чумовая и хиляют, 7 хилов, короче, смотрите. Это не значит, что это будет все изи, блядь, потому что некоторые люди могут упасть из этих вот. Вот, СС я давай сразу, значит, 3 балл по Киризайт, короче, Арикуль по литр пива, а Лифис хуй пойми как. Короче, дай по Волокосу, нахуй, он вздыхать здесь любит. Вот. Все, что надо будет делать на боссе. Первое, это бить звезду, которую поставлю метку. Бить мне будет помогать Бурлакос, Потеряшка. Ну и давай Шалина, я тебе доверяю, короче. Остальные все в боссы играют. Вот, значит... Литр пива, возьми огненную ауру. Босса будете тончить, короче, Хулидринг с трупопроводом по 3 стака. 3 стака появилось на танке, трупопровод забираешь. Помер. Ты будешь, короче, заниматься. Будет сверху каждые 50 секунд появляться 3 таких хуйни созвездия, короче, живое созвездие. Оно будет стрелять по 15 тысяч по хилам, короче. Вот эти 3 штуки, их надо будет заводить в дырки, в черные. Но самому в дырку черную нельзя вставать. Объясняю, как действует эта хуйня. На 15 секунде боя появляются 4 звезды. Они по проценту в секунду хп своего теряют, но их надо убивать. И они появляются каждую минуту. Вот. Круга 2, наверное, таких звезд мы будем убивать. Вот. Как работает эта хуйня? Вот появилась черная дыра, да, вот представим, что вот этот камень, тут черная дыра, да. Я вот такой стою, да. Как нужно действовать? На 90 секунде кастуется суровый удар, он ваншотает всех, ну, кроме танков. Танки остаются, никогда не заходят. Еще может шипочники оставаться. Ну, кто знает, нахуй. Точку, что прожать на каст надо будет. Каст 10 секунд, 8-секундный, по-моему. Вот, заходить надо в дырку на половине каста хотя бы. Как заходить в дырку? Вы подходите в черной дыре. Не подошел? Вот так вот. Сейчас я на себе метку поставлю, чтобы, блядь, видели. Вот, допустим, кружок. Вот смотрите, не подошел и встал такой, ага, меня закинет сейчас, ага, блядь, подожду, а что ты, сука, не закинул? А, блядь, я сдох. Зашел в дырку, но он, блядь, не закинула. Нахуй, вот так вот бывает, люди говорят. Как надо заходить? Показываю гайд, блядь. Подбегаете к дырке, там в дырке такой маленький мини-портальчик, как на Халивине, ты такой мизерный такой, блядь. И подергаетесь перса вот так вот туда-сюда. Все, вас закинуло в темный мир. И дальше следующее действие, отойти от того места, где был портал в этом мире. Все, отошли, и все, да, внутри будут мобы, мы там будем хилиться, можно их вернуть, можно их приморозить и так далее, выжить надо. Вот, как только каст 8 секунд заканчивается, если вы заходите, допустим, на 4 секундах каста, то 3 секунды там постоите, и все, и вас выкинет обратно. Вот, чтобы не было такого, что вас закинет туда, когда умирают звезды, не стойте на том месте, где они стоят, типа, когда у них мало хп. Вот. Потому что под ними появляется дырка, и вас сразу туда закинет. И, соответственно, если хил или танк туда попадет, то он, ну, мы сдохнем. То есть хил танк уйдет туда, мы тут, ну, сдохнем просто от взрывов. И еще будут появляться 3 красные точки на полу.
они дамажат по принципу, вот, допустим, вот я близко к стене, да, вот тут вот красная точка, да, если вот прям в ней стою, я взлечу еще вверх на 50 метров, нахуй, по мне 70 тысяч урона нанесется, и еще если даже этот урон не убьет, я при падении умру, вот. Если я стою вот здесь примерно, да, на 5 метров, то на мне, ну, нанесется 1015-20 урона. Если стою вот тут, то 1005 урона. А если на 15 метров стою, да, то 1002 урона. Вот эти хуйни всего 3 штуки падают, ну, под разными тремя игроками в рейде. С них просто надо отойти на 15 метров. Очень легко. Вот, они каждые 25 секунд появляются. Вот, значит... Чё, давайте... Проверка... Читу рейд прям как бешеный, прям, блять. Холи палы, значит, кирезает на холи дринке фулл частицу держишь, литр пива на трубопроводе фулл частицу и хилишь. Я хиляю на себе частицу держишь, нахуй, хилишь кого хочешь. Все, заходим все сюда. Бой очень простой, если будете делать, что объяснил, то это самое. Он умрет за 2 минуты, блять. Холи дринк, заходи, где ты? Я уже забыл, что он объяснял. Напоминаю, помнишь, мне надо подрочить его в черной дыры. Мне помогают, это, не трогайте ничего. Хальдринг, блядь, где ты? Ёбаный в рот. Он написал, что это идет, наверное. Пиздец. Этот, как он, блядь, что-то пиздануть хотел. Забегай сюда, что ты там стоишь. Зайдите за линию вот эту круглую, чтобы кто там, не стойте там. Все, короче, стукни босса, чтобы он запустился. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки. Напоминаю, мне помогают бить потеряшка, бурлокос и шалина, звезды. На мне кружочек. Ваша задача вообще босса стоит, не бить. Не, то есть вы только со мной играете. Когда скажу босса бить, будете босса бить. С пула будет гера, когда босс начнет двигаться. И... это, на 15 секунде звезды появляются. То есть можете 10 секунд побить. Все, бьем. Геров, ЛДПС. Буквально раскастуемся. Все, Шалина этот самый. Вот поставил метку. Шалина, Мурлокос, потеряшка, быстро зергаем. Отойдите от нее. Отойдите от нее, отойдите от нее, сука, отойдите от нее. К боссу все идите. Быстрее убиваем. Красные точки вышли. Кара, бежали. Красные точки вышли. Следующую звезду бьем. Ну нахуй, на шем нахуй. Не вставай нахуй. От звезды отойдите. Все, следующую звезду поставим. Не эту, кто ее бьет нахуй? Звезду бьем. До кары, быстрее, быстрее зергаем. Все, теперь стоп дамаг. Стоп дамаг. Захиливаемся. Красные точки вышли. Сейчас звезда взорвется. Мудаки, блять. Все, в черные дырки заводим. Немножко босса побьем. Элия, резай Мурлокоса. Этот вставай. А Локпус лежит. Быстро, быстро захилить. Каску лапы приступав дайте, кто свободный. Все, теперь смотрите внимательно на кружок, кто мне помогает. Когда появятся сейчас звезды, одну выбирай. Быстро зерганем. Одну быстро зерганем. Поставил звезду, быстро Ара. Убили. Быстро убили, красные точки отошли. Быстро, быстро, еще быстрее. И к черным дыркам подходим все. По команде будем заходить. Все, рейд быстро фул зачитовываем. Все, теперь возле черной дырки стоим. Возле черной дырки стоим. Заходим. Трубопровод упал. Заходим. Да и хуй на него. Пошел он нахуй. Ну я согласен, мне забирать некому. Все, да похуй, там есть помер. Скажешь померу, когда забрать. Красные точки вышли. Так. Ставлю звезду. Бьем. Ну, чумовая, я могу поздравить только. Всем ты меня, блядь, можешь поздравить, давай, скажи. Что тебя убили, блядь? Ну, звезду. Потому что, блядь, бьем это ебаная хуйня, всё. Блядь, и моментально. Да тихо, блядь, мы не вайпаемся, нахуй. Звезду бьем, ставлю звезду. Мурлокос бей и Шалина со мной бейте. Все, хиль теряет. Вот, босса играем. Фул по боссу, короче, играем. Помер, забери босса с холи дринка, нахуй. Или что ты там? 3 стака, все забрал. Фул по боссу играем. Так, Мурлокос, а Риса и Киризайт. Красные точки отошли. Пара отбежала. Ничего не играем, звезды только не уешьте. Фул по боссу играем 10%. Если
Вставай, быстро, захилимся. Попал. Ману как-то резнее, залейте иннеры в нее, в киризайр. И хиль. 5%, прям фул по боссу все играйте. Эта вся хуйня исчезнет. Красные точки вышли в центре, 3 штуки вышли. В дырки, в черные, в дырки заходим. В дырки, в дырки, в дырки, в дырки. А, все, перевелся босс. В дырки, в дырки, в дырки. Все, вас выкинуло, и фул босса доигрываем. Дальше он манекен. Все, фул босса доигрываем. Ну, то, что вы не успели там куда-то зайти, это все, ну, от того, что внимание надо сосредотачивать. Отошли красные точки. Отошли красные точки. Внимание надо сосредотачивать. Вот Мурлокос бич. Не на ДПСе на вашем, на который вы любите, ну, обращать внимание, а сначала на тактике. Вас просят сделать, ну, очень простые вещи. Зайти в дырку, отойти от красной точки, блядь. Тут помирать это вообще, ну, прям я не знаю. Ну, есть пара косяков, что, допустим, помер или кто там заводил. Красные точки вышли. Вот эти созвездия, которые 3 штуки появляются, их помер, ну, не может эффективно заводить, потому что он тут первый раз, во-первых, нихуя не понимает, не получается ничего у него. Надо будет, наверное, ну, более таких, ну, проверенных людей ставить, там, или Святоса какого-то, или Ретрика, там, не знаю. Просто они расстреливают хилов. Вот. Ну, а суровый удар, то не успел в дырку зайти, ну, пиздец, конечно. 8 секунд что, раз. Я единственный выживший хил, что ли? Прикольно. Поздравляю. Не, мне понравилось. Я, блядь, короче, вышел, да, с худи, и снова в нее попал, блядь. Я так и не понял, каким хуем. Я поэтому и помер. Я говорил, типа, если ты отбежал с того места, ну, это только единственный вариант, что там, пока ты был в том мире, типа, на том месте, куда, где ты стоял, типа, там разбили просто дыру. Скорее всего, так могло быть. Что там будет? Диалог, какой-то монолог. Так, сейчас подожди. Какой монолог? Я тебе сейчас дам монолог, блядь. Простите, шеф. Так, везок 100, эти по 200, что-то пятихарик, да? Такс. Кстати говоря, это что получается? 1600. В общем, 1600. Все, всем спасибо. Так, сейчас погоди. Всех с почином, кого не был. Так, минус 1600. Хридрин, тебе только 500 удалось, да? Да. Какое? Хуяли. А сколько тебе удалось? Нажми на... Так, хорош, хуяли, загуляли. Ну, 500 же, ты на скольких боссах был? Ты же сам говорил, что Ульда единственный имп, за который можно дважды. Нет, уже нет. Так я и был на Везаксе, Йоге, блядь, и Алгалоне, нахуй. А, подожди, ты в первую не ходил, сейчас подожди, я, блядь, себе перекину. Так. Так, кто хочет там сейчас всякие вопросы порешать, сейчас оставайтесь, там еще с некоторыми людьми надо будет поговорить. Окей, так, может, подряд. Так, ты не был, получается, в первой, да, у меня? Так, тогда вот возвращаю 500. Так, потеряшка. Был, да, в первую, где фул, по-моему? Правильно я говорю? Если нужен будет. Да, я же всегда дропинул, я приду помочь. Так, потом смотри, если порешаешь, какой перс, на какого перса начнешь копить этот... как он называется, ну, в вечерний ходить, типа, или совой там, или кем. А то... почему минус 1600? А ты не я фул? Я только был? 500 полутал, да. А, 500? Сейчас. Я пошел не поздно. Короче, посмотришь там, кем хочешь ходить, скажешь мне, потом мы его отвяжем. Mm-hmm. Стартовая, короче, десятка, ну и вот это добавим там 500. Окей. Если только не забудь, если будешь. Хорошо, кидываешь, можешь сразу кинуть это за вклад, я сейчас заскочу. Ой, лучше я с почты потом посмотрю, а то я, блядь, сейчас, ну, несподручно записывать же надо. Ну, так. Окей. Кого еще? Кто с нашего тут? Призан, Святос, вы были в нашей льде? Ну, Призан пишет, был. Минус 900 сделай ему. Угу. Кто еще там? Святос не был. Я тоже не был прошлый.
Так, ну, ну и пусть остается тогда. Ты когда... Так, все, да? Так, вроде все. Сейчас я там что осталось, это на распыл все, блять. Так, ну кирзать что, два можно записать, да, тебе осколка, я так понял. Слушай, Слав, а вообще есть ли смысл этот уланьер делать? Конечно. В свете грядущих контент. Конечно. Там в уланьер 284 будет, в среде. 290.